Какая зритель. Извиняюсь, что не при параде. Но это как бы деревенский ролик, а раз уж я тут это большую часть времени все время торчу в деревне, меньшую часть времени, ну где-то половину. И у меня уже второй раз накрывается вовремя выход ухода, парфюма и ухода. То я решила записать уход в деревне на сентябрь. Это будет видео, посвященное моему уходу на сентябрь. Того, что я буду использовать для деревни. Это у нас розмариновая вода с серебром. Природный антисептик 150 мл. Изначально было, но уже тут приличненько появилось. Это у нас мастерская Олеси Мустаевой, подарок на затест от подписчицы Светы из Москвы, за что ей спасибо. Хороший тоник. Я его использую как пшик-пшик на лицо. Тут, знаете, написано, что можно юзать как тоник для кожи головы. Тут как-то не было времени помыть башка, и я попрыскала, расчесала, и вполне еще такая вменяемая волосина была. Как компонент масок, тоник для кожи после умывания, очищения, и тоник для кожи головы. Очень универсальная штука. Даже вот просто протереть где-то какую-то царапку от кошки случившуюся. Так, может, мне тут свет мешает? Так вот, при свете дня совсем темно. Может, я неправильно сижу, вот надо было не напротив окна, но вот как-то это. Можно попробовать его слегка подзанавесить. Вот, слегка подзанавесила. Свет у меня вон вообще оттуда. Короче, в общем, классный тоник. Я его решила сюда взять в деревню в конце августа, вот на начало сентября. И вот я его юзаю уже. Сегодня у нас 3 сентября, и я его усиленно юзаю. Тут тоже еще от той же Светы, из той же Москвы, штучка маленькая, это Гратол, экстракты трав и серебро, крем для рук, увлажнение, регенерация, защита 30 мл. Кстати, надо лапы увлажнить. Этот был слегка вскрыт, у меня точно такой же флакончик 30 мл зафольгированный в городе. Я его тоже с удовольствием заюзаю. Они оба где-то там до конца ноября сего года. Да, вообще до ноября, ну, в общем, весь ноябрь сего года можно это юзать. Сентябрь, октябрь, ноябрь, еще 3 месяца можно жить практически. Замечательный кремичек. Спасибо, Светочка. Я его немножко еще в городе поюзала. Ну, вот доюзываю уже в деревне. Так как я свалю потом из деревни и уже приеду где-то в середине сентября, то вот это вот будет юзаться с середины сентября. У меня тут переходит на сентябрь. Он, по-моему, был, правда, в другом формате, а может быть и не был. Ну, короче, я, наверное, где-то обозревала, что я такую вот штучку взяла в деревню. Ту штучку, которая была заявлена на каждый уход месяца, больше бочоночек в городе, июнь, июль, август, я возила сюда с собой. Потом поняла, что та заканчивается, надо купить сюда отдельную. Вот она у меня наполовину заюзалась как-то очень быстро. Универсальная штука. Я ей воду превозносить отдельную не буду. Есть плейлист «Моя Индия». Гляньте, кому интересно. У меня тут детский крем, строгости которого заканчивается. Он практически уже закончился. Вот еще плюс-минус несколько дней. И он откинет, отдаст Богу душу. Но так как у него после вскрытия живет он 6 месяцев, а вскрыт он давно. В принципе, он дважды уже отдал Богу душу, но вроде как пока еще ничего. Я его тут выдавливала, вполне себе нормально было. Это детский крем. Гринмама, ну, Гринмама всегда дает запасом срок, так что он вполне еще может не год, но полгода точно юзабельным быть. Детский крем с чередой. Универсальная хорошая штучка. В общем, вот мне тут что-то чешется, можно выдавить и помазать. Он у меня и для ног, и для рук, и для лица, и для всего остального. У меня тут есть зубная паста. Точно такая же есть в городе. Только смотри, зритель, сколько я тут уюзала. А в городе осталось примерно столько, сколько я уюзала тут. Это Dental Clinic 2080 внезапный керосис. Морские там какие-то соли или минералы. В общем, соли и травы. Интересная такая, хорошая, очень экономичная. Мне нравятся корейские зубные пасты. Когда закончится в городе, а я отсюда уже уеду совсем, ну, где-то там в октябре заберу все оставшиеся вещи, да, закрою этот свой дачный сезон этого года, я ее возьму в городе, буду юзать, а когда она закончится, если меня не задушит жаба на другую подобную пасту, я куплю себе новую другую пасту. А если задушит, то я буду доюзывать свой зубной порошок, который как бы Оптан. Оптаном можно и зубы чистить. Я все давно хочу заваять какой-нибудь зубной порошок из трав.
И им тоже чистить зубы. Но вот пока у меня какая-то корейская зубная паста присутствует. Ну и покупаемая на Озон. Смотри, зритель, у меня тут есть огромный гель для душа, который я заявляла на уход августа в городе. Еще говорила, что его, возможно, возьму с собой в деревню. Вот взяла. Avon Senses увлажняющий, дивная сказка с роскошным ароматом сандалового дерева и ванили, крем-гель для душа. 100% экстракты натурального происхождения. 500 мл. Я сегодня им голову мыла, так как у меня оказалось, что тут нет уже шампуня. Вот шампунь закончился, он будет в пустых баночках лета, которые я запишу, что когда приеду совсем в город, они будут где-то записанные в сентябре пустые баночки лета. А то мне там уже говорят, что их ждут, а я вся такая вот никак не запишу, да еще и в город не приеду. Короче, это подарок пишет Цирюли из Тюмени. И я его юзаю тут как гель для душа и как шампунь, он вполне нормально моет волос, хороший, вкусненький такой. Я его, наверное, может быть, оставлю. Вот, ну, в общем, он, у меня обычно тут остается какой-то шампунь и гель. И шампунь, и гель, который остается вот зимовать, а потом я приезжаю и доюзываю его. Стабильно так было. Это, возможно, останется зимовать тут. Потому что, ну, вряд ли я его, конечно, столько уюзаю, чтобы до конца вот так вот сезона, хотя... Чем черт не шутит? Откуда же мы знаем? Может быть, и уюзаю. Ну, в общем, а может, даже с собой обратно заберу. Не знаю, пока не решила. Ну, пока он тут остается в уходе на сентябрь для деревни. И у меня есть мыло банное, но я от него упаковочку куда-то... Ну, в общем, возможно, она уже выкинулась. Мыло банное от Nefis Cosmetic, по-моему. Мне его тоже дарила подписчица Лёля, такой большой кусок, но у меня лежит в мыльничке, я тебе даже сейчас камеру поднесу туда и покажу. Вот это мыло банное, да, оно слегка растрескалось. А под ним еще мыло одно, от маленький парижанин, марсельезец, хрен знает, я уже забыла, как его звать. Но то мыло вообще 3 года тут жило, а это вот весной приехало. Вполне себе юзабельная. Ну, растрескалась. Ну, у меня часто так мыло трескается. Либо в городе, либо тут. Вот и весь мой уход на сентябрь для деревни, зритель. Спасибо, что осилил. Если будешь завывать, что ой, свет не тот, видно не так, и т.д. и т.п., ну, войди в положение. Я тут в деревне первый раз вообще пишу обзор на камеру. Не хавчика. Хавчик я тоже записывала на штативчик на эту камеру. Не СМРчика. СМРчик я тоже записывала на эту камеру на штативчик. А вот именно такой вот обзор. Мыльно-рыльного уходового средства для лица и тела, и зубов, и всего остального в деревне. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!